За свое относительно недолгое пребывание на отечественной хип-хоп-сцене Кизару успел сделать очень многое, выпускал хорошую музыку, но оставался в тени долгое время. Но с этого момента ему помог лишь один инструмент продвижения, который толкал вперед как его самого, так и его музыку. Это хейт абсолютно ко всем рэперам. Причем не только к русским, но и к западным. Сам он об этом высказывается так. Я не хейчу, я ни в коем случае нельзя сказать, что я кого-то ненавижу. Это же, ну, ребята, вы сами себе врете, да? У меня будет трек на альбоме, в котором я буду, нету никакого хейта, есть только оправданное неуважение. Слишком мало делают и много говорят. Если бы вы, ребята, много делали, вы бы были на моем месте, в другой стране скрывались, либо были на месте рыночных отношений, либо Young Trap, либо еще какой-нибудь человек. Ну что же, так это или нет, мы не знаем. Но нельзя спорить тот факт, что на Кизару не обратили бы внимания столь большое количество людей без его резких и провокационных высказываний, которые становились мемами и прославляли Олега. А теперь давайте вспомним всех тех рэперов, которых Кизару ненавидят. С вами канал Убивай BPM, поехали! 6ix9ine, американский рэпер Даниэл Хернандес, более известный как 6ix9ine, является на данный момент одним из самых популярных рэперов в мире. Свою популярность он заработал не самыми ясными путями. Экстравагантная внешность и троллинг своих коллег по цеху – главное оружие 6ix9ine. Но в 2018 году его чуть ли не посадили на 32 года из-за тесных связей с бандой Nairtray Bloods. И дабы смягчить наказание, он сдал всех своих бывших соратников и сейчас находится на свободе и по-прежнему рвет чарты своими бенгерами. Но за общение с федералами его теперь ненавидит пол индустрии, а вот что сам Кизару говорит об этом. Помните, я говорил, что выйдет его клип и его стриминг, и он ебет всех, и вы будете поддерживать его и смотреть это все. И что? И я был прав. И я, как обычно, прав. И вы продолжаете его поддерживать, типа, и смотреть все это дерьмо, понимаете? Задумайтесь об этом, ребята. Сам Кизару думает, что рэпер, который читает про то, какой он опасный и двигается с бандами, ему, мягко говоря, позорно себя вести таким вот образом. Как бы там ни было, мы можем только догадываться, как все было на самом деле. Фейс образца 2017 года. Этот конфликт невозможно было пропустить мимо ушей в 2017 году. Дело в том, что Кизару был против всего творчества Ивана Фейса. Оскорбления в его сторону, постоянные подколы насчет всего его образа. Я могу написать вам пару альбомов за пару дней, обращайтесь. У вас есть мой инстаграм. Это вам будет стоить бабок, типа. Но я вам напишу еще даже пизже пару альбиков, пизже, чем Фейс написал себе, если вам интересно это. Потому что та насыщенность, то, чем он насыщает свои треки, ну, я не знаю, мне кажется, даже школьники некоторые пишут, ну, сильнее. Реально, в школе некоторые ребята, мне кажется, на переменке сильнее пишут тексты, чем Фейс. Даже друзья Олега как-то приходили разбираться с Фейсом насчет его поведения. Все я мои следующие знаю. От начала и до конца расскажу. Так вот, мои отношения с Олегом Кизару складываются из того, что когда я занимался музыкой только один месяц, я имел глупость написать ему и еще нескольким артистам о том, чтобы сделать совместный трек. Конечно же, правильно то, что он не согласился, потому что я бы тоже на его месте не согласился. Это надо. Надо всегда думать своей головой, делать себя, а не пользоваться чьими-то заслугами. На что он мне ответил, типа, что-то в стиле «иди нахуй, чувак», и все такое. У меня на это сгорела жопа. Я сказал себе, так, чувак, ты мне отказали, поэтому я скоро буду ебать вас по цифрам в паблике. Что происходит сейчас, я ебать по цифрам в паблике. Это во-первых. Кизару даже оскорблял его девушку Марьяну Ро. По его словам, сделал это он для того, чтобы вывести его на чистую воду и породить повод для приезда Фейса в Барселону к Кизару для того, чтобы разобраться с ним один на один. По итогу это ничем не закончилось, и они так и не встретились, оставив слушателей без хлеба и зрелищ. Но времена прошли, и вот как сейчас Кизару отзывается о творчестве Фейса. Слушайте, альбом Фейса. Я очень рад, что пацан начинает делать хотя бы, ну, музыку, типа, более-менее со смыслом. Нормальные треки у него есть, он молодец. Лучше, чем все, что было. Лучше, чем все, что он делал до этого. Фейс стал намного лучше, музыка стала лучше, текста стали лучше. Я уже убрал его из черного списка, да. Фараон. Ситуация, которая никак не комментировалась со стороны Глеба. Честно говоря, это самый высосанный из пальца конфликт со стороны Олега, потому что сам Фараон никак не отвечал на провокации, а Кизару в то время продолжал говорить о Глебе не самые лицеприятные вещи. О каком моем уважении к нему можно говорить, когда второкурсник или на каком он курсе читает за то, как он
долбит траву и толкает оптом траву. Не смешите меня, ребята, пиздец, блин. Но на молчании Глеба эта история не закончилась. Развитие этому конфликту дал бывший друг фараона Бульвар Депо, у которого завязался личный разговор с Олегом на предмет его высказываний в сторону фараона. Сам Олег говорит, что не верит строчкам Глеба, в то, что в него вложили огромные деньги, и то, что вся его музыка — это полнейшая ложь, никак не доказанная ничем. Он не может верить, что обычный студент может продавать наркотики. Но спустя год после возникшего конфликта товарищ фараон Максим Многознал сказал в интервью. Про сумму ему сказал какой-то друг, которого он не может назвать, а про торговлю оптом он сначала ничего не ответил, а потом, видимо, накопал и ответил про трек «Козловский», где вырубаю оптом. Это было про Козловского как метафора, ну типа, что Козловский такой мачо, и он, короче, еще вырубает. Я за это Глеба всегда его уважал, в него не вложены деньги. Это абсолютно, абсолютно самобытное явление, то есть никакой это не проект. После чего становится предельно ясно, что Олег, не имея никаких доказательств, лил грязь в сторону фараона, возможно, для продвижения своей музыки. Оксимирон. Кизару, который на данный момент проживает в Каталонии и Барселоне, дал интервью изданию Афиша, в котором поделился своим видением российской хип-хоп сцены. Олег заявил, Оксимирон не никакого отношения к культуре хип-хопа не имеет. Если вы слышите в его текстах что-то связанное с культурой хип-хопа, тогда мне вообще жаль русский народ. Человек берет слова, которые я даже не знаю. Он что, показывает свой интеллект таким образом? Все его слова, может быть, и заумные, но они не отображают культуру, звучат словно школьник тараторит. Его рэп — это просто балабольство. На это Окси ответил в своем твиттере. Кизару растоптал мои мечты о том, что когда-нибудь я уловлю ритмику и стану частью хип-хопа. Грустно. И ведь каждый раз, садясь за текст, говорю себе не умничать, но фиг там, это как синдром Туретта, только с редкими словами. А после он добавил, что ему нравятся некоторые треки Кизару. Моргенштерн. Алишер Моргенштерн стал известен благодаря своему одноименному блогу, в котором он говорил, что вся рэп-музыка делается за 5 минут, и тем самым привлек огромное количество людей на свой YouTube-канал. Против него негативно настроено большое количество рэперов из русскоговорящей части хип-хоп сцены, но кажется, самым главным ненавистником Моргена — это Олег Кизару. С самого начала популярности Моргена Олег был против него, множество раз говорил, что не стоит ему лезть в хип-хоп, и, мягко говоря, советовал держаться подальше от культуры. На что Морген среагировал лишь очередным выпуском Изи Рэпом, на этот раз Кизару в главной роли. А недавно Морген отзывался о нем вот так. Что, блядь, ты несешь, долбоеб, я в твой рот ссал. Но на самом деле, честно, брат, извини, пожалуйста, извини меня. Олегу это, конечно, не понравилось, и он начал вторую волну хейта Моргенштерна и всего, что с ним связано, в своих прямых эфирах в Инстаграм. Моргенштерн сказал, что ты ему должен. Единственный косяк Моргенштерна — это то, что он существует вообще, потому что и существую я. Вот об этом он вам, наверное, не говорит, потому что ему стыдно. Потому что он вообще ничего из себя не представляет как артист. Такой комок интернета для малолетних идиотов, которые его смотрят. И я не понимаю, что они в нем находят. Просто омерзительный, блядь, без вкуса, без чувства ритма, блядь, без тембра. Просто мимо. В последнее время эта история никак не развивается, оба выпускают музыку и продолжают врываться во всякие чарты, но на этом эта история точно не закончится. Час Гуапа. Белорусский рэпер и битмейкер Час Гуапа, который написал биты для многих треков Олега, тоже попал под горячую руку пару месяцев назад. Дело в том, что в одной из своих трансляций Фреско высказался о Моргенштерне следующим образом. Он олицетворяет просто всех даунов, типа, в нашей стране, вот что я могу сказать. Вот просто вот собрать всех даунов, типа, это вот он. И он, типа, просто продолжает плодить таких же, типа, даунов, как и он. У него главная цель — это бабки, типа, кайфовать и все такое, но запомните, карма есть, и не сегодня, не завтра, так послезавтра он свое получит, типа, если не начнет задумываться о более датах и глобальных вещах. Данное высказывание негативно воспринял Гуапа, выложил у себя в истории, что не понял Фреско, и призвал его извиниться. На что резко негативно среагировал Кизару, записав пару инстаграм-историй. Вот так Кизару обошелся с битмейкером, который написал ему не один хит. 044 Rose. Rose — это тот человек, с которым Олег плотно общался. Как он сам говорит, что ел с ним за одним столом, делал с ним музыку, и даже они выпустили один совместный довольно неплохой трек. А спустя год у Rose выходит трек с Бульваром Депо, к которому Олег относится не в самом
позитивном ключе. Он сказал Роузу: «Депо опущено, если будешь водиться с такими, станешь как они». После таких высказываний Роуз спросил у Кизару, что случилось, в чем причина его хейта, на что Олег ответил, что все нормально, и добавил его в черный список. Роуз не стерпел такое и написал большой пост, прикрепив их совместную фотографию. В этом посте он дал много новой информации и, что самое главное, вызвал Олега на бой. После этого Роуза выложил к себе в Instagram истории текст, где сказал, что к Кизару он относится как к брату, но тот лил на него грязь за спиной. Последнее упоминание этого конфликта было от Кизару. Он вышел в прямой эфир и посмеялся над Роузом, сказав, что лучше ему не возвращаться в его родной Киев. Янг Трапа. Казалось бы, между Кизару и Янг Трапой должны были быть отличные отношения, ведь оба выходцы из Санкт-Петербурга, имели дела с наркотическими веществами в прошлом, а судьбы их схожи. Но не тут-то было, в сети между исполнителями разгорелся конфликт. Помнится, как еще недавно в интервью Олег похвалил Владислава за его отважную торговлю запрещенными вещами, а после Трапа заявил, что именно Кизару сдал его в СКН. А какой конфликт Олега запомнился вам больше всего? Какой конфликт мы, возможно, упустили? Напишите свои варианты в комментариях, а также предлагайте своих претендентов для следующего выпуска. С вами был канал Убивая BPM, лайк, подписка, колокольчик, и все ссылки на мои социальные сети будут в описании под этим видео. Всем пока!